Шок, я хочу попасть в шоу «Повтори в CSGO». И вот мой ролик с выполнением задания. Жду от тебя нож. Привет, Шок, хочу попасть в шоу «Повтори в CSGO». И вот мой ролик с выполнением задания. Жду от тебя нож. Всем здорово, друзья, меня зовут Шок, и это третий выпуск «Повтори в CSGO». Первые два выпуска собрали по 100 тысяч просмотров, и это просто шикарно. Всем большое спасибо, кому понравилась эта рубрика, я стараюсь. Ну а сегодня у нас будет такое задание, где мы должны пройти карту по префайрам на карте «Мираж». Кто быстрее проходит, тот получает скин. Я соревнуюсь с ютубером, этот ютубер сегодня у нас Добрый Юра, ну а потом я кидаю вызов вам. И самый жесткий, самый лучший подписчик получает нож в CSGO за просто выполнение задания. Ну а также полезно еще есть и розыгрыши. Ребят, сегодня я разыгрываю тот скин, который у вас на экране. Ставите лайк под роликом, подписывайтесь на канал, лайкайте пост, после чего подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте и ждете, как только наберется на этом ролике 6000 лайков. Как только набирается, делаю в паблике ВКонтакте пост, типа кто выиграл, и все. Это длится очень быстро, не люблю я разыгрывать долго, как вы это все знаете. Поэтому участвуйте в конкурсах, а я с вами прощаюсь на 30 секунд, и мы возвращаемся уже в рубрику. Let's go! Ребят, всем привет, еще раз, это «Повтори в CSGO» шоу, это уже третий выпуск, и сегодня со мной ютубер, которого зовут Добрый Юра. Здравствуйте! На самом деле, Юра не снимает CSGO, он битбоксит. Да, ну я много играю в Counter-Strike, поэтому... Но он играет часто в CSGO, и он попадал в ютуберскую битву у нас, но он играет очень часто в CSGO, и я думаю, что... Вы все-таки должны увидеть, как он играет, посмотрим, какой у него скилл. Надеюсь, что он так же играет, как и битбоксит. Покажи, как ты битбоксишь. Давай, 30 секунд. 15, давай. Special form. Шок. Немного. Классно, классно. Окей, это прикольно. Ну тогда я думаю, то, что можно начинать. Ребят, у нас такое сегодня задание. Мы должны пройти эту карту как можно быстрее на настройках. Смотрите, какие. Мы ставим на middle расположение этой карты. Там можно выбрать просто А или Б. Мы ставим all spawns. Нажимаем на all spawns. И потом выбираем strong режим. И дальше берем АК-47. И после чего мы просто бежим по карте, видим челиков, ботов мы убиваем их. И кто быстрее эту карту выполнит, пройдет, тот получает у нас, понятное дело, 2000 рублей. Ну а также это задание скинул подписчикам в паблике ВКонтакте. И уже есть результаты. Скоро вы увидите их, они будут в конце ролика. Кто выиграл у нас ножик. Вот такие вот дела, друзья, таймер у нас есть. Мы должны убить всех ботов, которые есть на этой карте. То есть здесь 3 бота, здесь 3 бота. Да, нет, даже 4 здесь было. И двое на шорте. То есть, карта не самая большая, но по времени выполнить ее очень сложно. То есть, рекорды тут могут быть даже меньше 30. То есть, все очень хардкорно. И Добрый Юра и я будем сейчас стараться. А вы сейчас вот тут в голосовании напишите, проголосуйте, кто выполнит быстрее. Добрый Юра или я. Вот, и... Окей. Ребят, я думаю, то, что можно начинать. Юра, желаю тебе удачи. Мы расходимся по дискордам и выполняем это задание. Я, конечно же, буду показывать, как выполняет Юра, потому что он тоже снимает для этого ролика. Всем, ребята, приятного просмотра. И это «Повтори в CSGO» шоу, третий выпуск. Let's go, бэч. 2000 рублей мои, бэч. Окей, ребят, все, я начал. Давайте посмотрим, что из этого получится. Первый килл, второй, третий, четвертый. Я пробовал, я пытался спрейить, пытался ваншотить. Но все-таки лучше здесь делать ваншоты, потому что, ну, блин, вы тратите меньше пуль, а это означает меньше времени. Поэтому я буду все-таки ваншотить. Надеюсь, то, что я не буду промахиваться. Потому что один промах это уже одна секунда, ну, так считается. Поэтому надо быть очень, очень аккуратным. Вот так вот нельзя было делать. Давай, давай, давай. Ты чё? 34 секунды, ребят. Ну, если последний килл был бы удачным, было бы, конечно, уже 32, наверное, секунды. В любом случае, первое время у меня есть. Посмотрим, что творится у Юры. Полетели. Thank you.
34. Юра мне говорил в начале того, как мы начали играть, то, что у него рекорд 34. И я вам скажу честно, то, что это не такие уж маленькие цифры. У меня только что был 34 рекорд, поэтому... ХЗ, надо очень сильно постараться, чтобы пройти эту карту быстрее Юры. Потому что терять 2000 рублей я точно не хочу, тем более это будет считаться как первый проигрыш в рубрике «Повтори в CSGO». Я сейчас очень сильно опаздываю по времени, на самом деле. Так, надо это как-то ускоренно все это делать. У нас секунду хуже. Впервые за проект я сделал во второй попытке хуже результат, чем в первой. Ладно, давайте так. Последняя попытка должна быть супер лакерная. Пожалуйста, алло, CSGO, пожалуйста. Пожалуйста, дай мне сделать это. Отлично, отлично. Оу, ее, бэч. Оу, да, оу. Я обожаю тебя, CSGO. Давай дальше. Давай дальше. Давай. Ну, фак, это уже лучше. 33 было, потом 34, а сейчас 31. Но я считаю, что это прекрасно. Давайте еще раз. Ну что, Юра, как у тебя дела? Какое у тебя время? 32, 34, 34. 32? У тебя же была первая 34. Ну, какая разница? Не, была первая попытка 34, вторая попытка 34, а третья 32. Ну, третья самая... Окей, у меня, если не ошибаюсь, 34, 33 и 31. Короче, нам где-то спутал местами. Короче, получается то, что на одну секунду я лучше тебя выполнил это задание, и этот выпуск опять же за мной, но в любом случае... Я жду от тебя трейд-оффер, потому что это была победа. Это 2000 рублей минус у тебя. Юра, спасибо большое за участие в этой рубрике. Я надеюсь, что тебе понравилось. Подписывайтесь на мой инстаграм. Так. Впервые попросил челик подписаться не на канал, а на инстаграм. Ладно, ребят, я думаю, то, что сейчас можно посмотреть, как выполнил это задание мой подписчик. Это мои зрители, которые лучше всех. Я хочу, чтобы каждый подписчик моего канала, если бы умел бы играть, получал бы какие-то дорогие скины, потому что... Когда я играл хорошо в CSGO, а это было год назад, ничего такого не было. А я даю вам шанс хоть немножко разбогатеть и купить, ну, например, ту же оперативку. Ладно, ребят, давайте смотреть, что у нас происходит. Погнали. Привет, Шок. Я хочу попасть в видео «Повтори CSGO». И вот мое видео с выполнением задания. Жду от тебя нож.